Добрый день! Приглашаю вас на лекцию о детской и подростковой литературе. Там мы можем узнать, кто такой этот удивительный человек, детский писатель, и в чем особенности его работы. Чем литература о детях отличается от литературы для детей? Какая правовая база ее регулирует? И как нам отличить возрастные маркировки по закону о защите детей от информации? Почему иногда для детских писателей сотрудничать с независимым издательством лучше, чем с крупным издательским холдингом? Какие мы можем прочитать книги современной детской литературы? И каких жанров ждут издатели? Можно ли научиться быть детским писателем? И если можно, то где вам помогут с этим? Приходите на лекцию.